В области появится музей летучих мышей. Экспозиция станет частью большого культурного центра, который администрация Национального парка «Самарская Лука» намерена создать в селе Ширяево. Здесь находится крупнейшее в Европе место зимовки рукокрылых. Согласно результатам исследований, численность зимующих в штольнях летучих мышей составляет более 20 тысяч. Однако такое обилие животных фактически в одном месте свидетельствует о том, что естественных природных мест для зимовки катастрофически не хватает. Поэтому так важно сохранить места зимовок рукокрылых на Самарской Луке. По сообщению Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и продовольствия Самарской области, посетители музея летучей мыши смогут ознакомиться с особенностями жизни этих животных, узнать, чем они питаются и где обитают. Кроме музея, культурный центр будет включать в себя экспозицию, посвященную старинным промыслам.